Умные машинки. Посмотри, это звездочка на облаке. Куда она полетела? Звездочка играет с нами в прятки. Доброе утро, Мими! Сегодня наступает Новый год! Мими едет готовиться к празднику. Что она повезет домой? Желтый шарик. Гирлянду. Снеговика. Голубой шарик. Красный шарик. Это домик Макса. Доброе утро, Макс! Куда ты поехал? Что это? Это снег, а на снегу лежат подарки. Макс будет их собирать. Собирай подарки, Макс, а мы их посчитаем. Один. Два. Три, четыре, пять. А это что? Шапочка Деда Мороза. Пикабу едет за елкой. Какую выбрать? Самую низкую? Среднюю? Или высокую? Бери низенькую елку, Бу, чтобы она влезла в домик Мими. А что сегодня нарисовано на картинках? Снеговики. Ёлки. Носки с подарками. Подарки. Гирлянды, карамельные трости. Стемнело. Пора наряжать елку
и праздновать Новый год. Ёлка. Подарки. Ёлочные украшения. А что спрятано в шкафу Мими? Звезда. С Новым годом! Умные машинки. Деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты. Вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лева! Грузовичок Лева. Это грузовичок Лева. Он везет новогоднюю елку. Приехали. Поставим ее около дома. Красный робот лепит снеговика. Почти готово. Капу едет в магазин грузика и везет в ковше новогодний подарок. Привет, грузик! Ты готов? Ага. Погрузчик грузик приготовил разноцветные елочные шары в цветных коробках. Их он повезет к Леве, чтобы украсить елку. Закрываем коробки. О, высокая башня из коробок получилась. О. Поезжай аккуратно, грузик. Что это? Какую смешную голову из снега сделал красный робот снеговику. Снежный ком должен быть ровным и гладким, как шар. Роботы, не ссорьтесь. Что вы делаете? Так нельзя ездить. Фиолетовый робот ничего не видит. Стой! Робот столкнулся с грузиком. Мои коробки разлетелись, и все шары перемешались. Робот, поможешь нам теперь все собрать? Грузовичок Лёва едет на помощь. И красный робот. Все вместе мы быстро соберем шарики. Нет, робот,
Шарики были разложены по цветам. Желтый шар в желтую коробку, красный в красную. Вот так. Готово! Можно ехать наряжать елку и праздновать Новый год. Грузик, Лёва поможет тебе довезти коробки. Давайте положим под елку подарки. А теперь откроем коробки с шариками. Шарики на елке. Как красиво! Повесим гирлянду. На верхушку елки поставим звезду. Ура! Смотрите, снег пошел. Роботы, открывайте подарки. Теперь у вас тоже есть красивые новогодние колпачки. И салют начинается! Настоящий Новый год! Сколько выпало снега! Все дороги засыпало. Снегоуборочный комбайн чистит дорогу. Он сгребает снег и высыпает его на обочину. Дорога расчищена. Снегоуборочный комбайн возвращается домой, в красный гараж. А из зеленого гаража выезжает лесовоз. Он отправляется за елкой в лес. Посмотри, у этой машины есть приспособление для перевозки деревьев. Ой, лесовоз уже едет обратно вместе с елкой. Приехали. Будем устанавливать елку здесь. Из голубого гаража на помощь едет подъемный кран. Он поможет снять елку с машины. Кран поднимает елку и аккуратно ставит ее на место. Готово. Машины возвращаются в свои гаражи. А это вертолет. Вертолет привез разноцветные шарики для украшения елки.
Желтые, оранжевые, голубые и красные. Как их много! На макушку елки поставим звездочку. Чудесно получилось! Полицейская машина проезжает по трассе, чтобы узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь. Сверху мертвой петли виден весь город. Это грузовик. Интересно, что он привез? Это же подарки! Целая гора коробок. Сейчас автопогрузчик аккуратно сложит коробки рядом с елкой. Готово! С Новым годом, машинки! Машины-помощники.